котятки, сегодня суббота, и я иду на футбол Оренбург-Енисей. Ну что, поехали! К нам приехали наши старые знакомые. Помните, мы им даже стихи и песни посвящали в одном из наших предыдущих блогов. Дерзким твиттером клуб их грозен. Сегодня на стадион придут только верные болельщики, так как крутых заезжих звезд не ожидается. У нас прошел боксинг-дэй, матчи нон-стопа, товарищеская встреча с Уфой, матч молодежки, игра премьер-лиги Оренбург-Енисей и товарищеский матч ветеранов Оренбурга с ветеранами сборной России. Потренировавшись на Уфе... Тренируйся лучше. На кошках! И обыграв гостей со счетом 2-0, встретились с Енисеем. Странно было слышать от болельщиков в адрес соперника, с которым мы бились в прошлом году весь сезон. Слово «аутсайдер». После первого тайма 0-0. У Поповича была возможность забить гол со штрафного. Крепкий соперник не дал нам возможности заработать 3 очка. Команды довольствовались ничьей. Кстати, понятно, что гастроли «Локомотива», «Зенита» и «ЦСКА» закончились. Ау! Болельщики! Почему стадион не полный? С нашей поддержкой команда играет ярче. Яркий матч был на следующий день. Звезды светили, что аж глаза слепило. Жень, привет, а ты за автографом пойдешь? А я уже сходил, я уже перед матчем взял. Александр Филимонов. Это кто? Вратарь сборной России, многократный чемпион. А покажи мне его автограф. Вот. Ух ты, круто! Я пойду тоже возьму. Кстати, подробности встречи двух великих вратарей смотрите завтра на нашем официальном канале. Только перед этим не забудьте на него подписаться, если вы этого еще не сделали. Ну и, конечно, поставить лайк после просмотра этого блога. Владимир Федотов, Платон Сахарчук, Владимир Кияй, Игорь Дегтярев, Ильшат Айткулов и Андрей Тепляков против Филимонова, Кеченова, Шмарова и Кирьякова. Крутяк! Я, правда, еще не родилась, когда эти ребята феерили на поле, но все равно сфоткалась. Ух ты, какая крутая возможность. Все берут автографы у Владимира Валентиновича. О, ребят, а это что у вас такое? Нам подарили бинты. Мы теперь крутые. О, прикольно. Все автографы. Этот Александр Филимонов действительно крутой. Смотрите, сколько много народа. Смотрим трансляцию из Тулы и встречаемся на кубковом матче